Вчера вечером на регулируемом перекрестке Шереметьевского проспекта с улицей Арсения областного центра произошло серьезное ДТП. Пожарный автомобиль с включенным проблесковым маячком и сиреной проезжал перекресток на красный сигнал светофора. По предварительным данным, автомобиль спешил на пожар. В этот момент на разрешающий сигнал светофора двигался ВАЗ-21099 с дагестанскими номерами. В результате столкновения пассажир ВАЗа, 13-летний мальчик, скончался на месте. Водитель получил серьезные телесные повреждения. Все находившиеся в легковушке не были пристегнуты ремнями безопасности. Кто виноват в случившемся, выяснит следствие. Основную ставку полицейские будут делать на свидетельские показания. Предстоит выяснить, действительно ли передвижение пожарной машины сопровождала сирена. Согласно пункту 3.1 правил дорожного движения, водитель, который едет со спецсигналом, в некоторых случаях может отступать от правил дорожного движения, но он должен убедиться в том, что его пропускают. А согласно пункту 3.2 правил дорожного движения, водитель, который услышит, увидит автомобиль с включенным спецсигналом и звуковой сигнализацией, должен уступить дорогу данному специальному транспортному средству. В настоящее время причины по ее виновнике, еще раз повторяю, устанавливаются.